Всем привет, друзья! Вы на канале Посмотри на игру. И сегодня мы продолжаем проходить Resident Evil 3 ремейк. Это уже шестая часть нашего прохождения. Интересно, когда эта игра уже закончится. Так. Теперь надо вспомнить, куда нам идти. Найдите доктора Барда. Доберитесь до офиса Старц. Проломите стену в душевой, точно. Сейчас мы ищем батарейки. Так, служебная записка. 22 сентября 1998 года. Записка о перемещении офисных принадлежностей. Термостойкий сейф с комбинацией из трех чисел. Перемещен из офиса Старс 2Э. Западный офис. Комбинация 9 влево, 15 вправо, 7 влево. Так, это надо записать. Или зафоточь. 9 влево, 15 вправо, 7 влево. Измените ее сразу после получения записки. Отдел снабжения полицейского управления Raccoon City. Так. Теперь нам, я как понимаю, надо возвращаться туда, откуда мы пришли. Так, что у нас здесь есть? Так, а мы отсюда пришли? А, да. Наверху это эти ящики были. Там, по-моему, тупик. Вот в этой комнате были ящики. Так, да, вот он, замок. Так. Ну, что ты? Сколько там у нас? 9 влево. Девять влево, в 15 вправо, 7 влево. Чё-то я ни хрена не понял, если честно. Раз, два. Так, а, влево. Так, было вот такое, да? Раз. Два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. А, так, идем дальше. Здесь идет 15 вправо. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать. И следующие 7 влево. Раз, подожди, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Ни хрена неправильно. Ну тут же мы уже понажимали, блядь. Так, сейчас, секундочку. Всегда есть Google, правильно? Пишем. Как открыть? Открыть шкафчик. Resident Evil. Полицейский участок Raccoon City. На втором этаже двойки ящик открывается кодом КАП. Все понятно. Код КАП. Есть? Готово, Google. Цветовая граната. Это мы... Да ну нахуй. Ради вот этой хуйни. Ради вот этой световой гранаты, которая нам нахрен не нужна. Но это полный пиздец, ребята. Ради световой гранаты мы разгадывали весь этот ребус, блин. Так, а где-то, по-моему, еще был такой сейф. Где-то, по-моему, было еще такой же был замок такой же. И тоже, по-моему, в этом здании. Так, ну тут, по-моему, тупик же, да? Вот он здесь. Так, а здесь уже не так.
D, C и M. Да, и тут только патроны. И где нам брать батарейки? Я-то думал, батарейки будут, блядь, лежать здесь. Так, ладно, ищем батарейки. Где-то же они должны быть. Наверное, возвращаемся сейчас на исходную, на первый этаж. Так, тут мы были. Да, тут мы были. Тут мы взяли эту подсказку. Тут мы взяли подсказку. Тут-то. Ни хрена нет. Фотоаппарат. Жаль этих тварей не убить вспышками. Ну да. Где могут быть батарейки? Идем. Блять, вот она эта хуйня. Видели, что там было написано? Ну привет, хуила. Вообще жесть, матов в этой игре просто. Цветовая граната при взрыве, как ты, блять. Нам тут нужен ключ. Вот он у нас есть ключ. И он подходит к двери. Может быть, там у нас есть батарейки. Так, что здесь? Шкафчик на третьем этаже. ДСМ, понятно. Вот где надо было взять. Ебаный в рот. Ненавижу, когда они так подкрадываются. Так, здесь что у нас? Интерлок. Так, так, так. И что здесь такое? Пока мы еще не знаем, что это. Но я думаю, когда пройдем мы это место. А. 203. Это открывание шкафчиков. Как выбрать ту кнопку? Нам нужна вот эта двоечка. Походу, для начала нам нужны эти кнопочки. Так, 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 так. 208 ящик можно открыть будет. Здесь что? Здесь пусто. 109 граната лежит. Патроны 106. Вот они, наши батареечки. Вот они. 104. Это единственное, что нам нужно было. Возьмем ее место. Место. Место травки. Подтвердить. Так, ладно. Травку можно объединить. Другой травкой освободить тем самым место и взять батарейку. Теперь можно возвращаться назад. Блять! Ты это хуило это сделал, что ли, блядь? Так, 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 так. Карлос, терминал накрылся, отправляюсь к тебе. Понял. Понял. Давай. Я сейчас взорву C4. Так. Объединить вот с этим. Это использовать, подтвердить.
Бля, нашумели, сейчас куча зомби набежит. Ага. Я тут кого-то вижу. Че, все? Блять, с базукой играть вообще. Просто охуительно. Подходим по одному, не толкаемся. А че, еще кто-то есть? Так, что у нас здесь интересненько? Что здесь? Движения какие-то были, что в ящиках? О, лечебный спрей, это я люблю. Патроны, ну ладно, возьмем. Пригодятся, да? Или у нас, да у нас уже дохуя этих патронов. Можно выбросить? Так, так, так. Блять, опять хуево. Постоянно в этой игре как что-то появляется. Блин. Такое палево происходит. Так, еще одна травка. Сразу объединяем ее. Объединить вот с этим. Все. Так, так, так. Что у нас тут есть интересного? Мусорки вошарится, что ли? Одни стаканчики. Cold drink. Холодные напитки. Так, больше здесь ни хрена не вижу. Цветочки. Тоже еще не довели. Вот это вот хуило. Приятно познакомиться, ребят. Так, водичка. Кто-то здесь фонарик оставил. Так, Office Stars. Че, найдем у этого кулика, нет? Доктор Бартс. Ох, наконец-то. Вы хоть представляете, как долго я ждал ответа? Спокойно, мы вас вытащим. Скажите, где вы? Я застрял в странной больнице. Отродья окружили со всех сторон. Прошло, простите, Старс. Они знают, что делать. Не выйдет. Участок полон тварей. Так, разберитесь. Амбрелла рехнулась. Убивает всех ученых. Я единственный, кто знает, как заготовить вакцину от зомби. Так что либо сидите там и дрочите, либо отправьте кого-то, кто сможет меня вытащить. Вот пидорас. А он душка. А он душка, блядь. Еще какой. Еще какой. Ты все слышал. Мы не можем сдать его. Ты все слышал. Мы не можем сдать его. Решать не нам. Решать не нам, а Михаилу. Я пробую отследить его местоположение. Так, ну давай я осмотрюсь, пока найду, может, что полезного. Кто это? Световая граната. Не люблю гранатами играть. Что у нас в этом ящике есть? Так, а, у нас же есть карточка, которую можем использовать. Так, что у нас здесь? Патроны для штурмовой винтовки. Нахуя мне патроны штурмовой винтовки, когда я играю базукой? В принципе, тут больше и нахрен оружия не надо. Просто с базуки ходишь, всех валишь. Так, что у нас тут, записки? А что-то по инциденте в особняке. Этот странный инцидент произошел в особняке, расположенном в горах Арклей, принадлежащем корпорации Umbrella. 23 июля отряд Тарс Браво был отправлен в горы Арклей. Расследование серии загадочных кровавых убийств. Внезапно связь с ними прервалась. 24 июля туда же направили отряд Альфа, и его члены оказались вовлечены в события, произошедшие в особняке поблизости. По итогам инцидента особняк был разрушен, есть немного погибших. Единственными выжившими оказались пятеро членов Старс. Причиной инцидента послужили нелегальные эксперименты по созданию биологического оружия в секретной лаборатории Umbrella под особняком, использованный в ходе опытов Т-вирус. Вырвался на поверхности и считается главной причиной последующих событий, однако все доказательства были уничтожены вместе с особняком, поэтому дальнейшее расследование столкнулось с значительными трудностями. Да, корпорация Umbrella, муравейник. Это Джилл в первом ряду? Ни хрена себе. Ничего, здесь больше ничего интересного нет.
Да, это я. Да, это я. Авария? Авария? Все целы? Все целы? Джилл? Джилл? Вот, вот блядь. Что? Что? Джилл, Джилл, что случилось? Что случилось? Джилл, прием! Джилл, прием! Нужно бежать. Нужно бежать. Что надо? Делай, что надо, я найду Барта. 29 сентября, 4:43, офис Тартс. За несколько минут до этого тоннель метро. Так, сейчас мы походу будем играть Джилл. Так, если вы досмотрели до этого момента, пожалуйста, ребят, подпишитесь, поставьте лайки. Дальше будет много всего интересного. То я должен знать, что меня смотрят, чтобы я как-то старался еще более усиленно. Так, открываем дверь. Карлос, Карлос. Черт, я вне зоны доступа. Конечно, ты не в зоне доступа. Чего у нас тут есть с тобой? Так, у базука главное есть. Ключи от ворот Кенда. Открывает ворота магазина Кенда, которые ведут в переулок. Мне кажется, там уже не вернемся. Так, UBCS, новое вооружение. Хорошая новость, Драчилы. У меня есть для вас новое оружие, которое гарантированно заставит вас снова почувствовать себя мужиками. Это артиллерические мины. Этих крошек придумал отдел военных разработок Umbrella, и они зажигают похлеще подружек на школьной дискотеке. Добыть их нелегко, да и управляться непросто. Но они того стоят, уж поверьте. Ладно, заглянем в сводку. Артиллерические мины совместимы со стандартными гранатометами. Но не надейтесь сунуть их куда-то еще. Стреляйте в стену или по земле, и они останутся на месте. Датчик мины засекает приближение врага и взрывается, когда цель в радиусе поражения. Короче, просто кидайте их врагу на дорогу, и вот вам натуральная мина. Когда дерешься со здоровыми уродами, нечестных приемов не бывает. Так что все средства хороши. Хорошо, это что у нас? Артиллеристические мины. Ладно, было у меня это место. Так, я думаю, можно половину поубирать. Давай вот эту хуйню уберем. Ствол тоже уберем. Гранату тоже уберем. Так, патроны мы оставим. Эти вот, да, я не знаю, зачем, куда эти камни. Ребят, пожалуйста, напишите в комментариях, куда я вставлять эти камни. У меня уже есть синий, зеленый, по-моему, красный камень. Да, три вида у меня есть. Напишите, пожалуйста, в комментариях, куда их вставлять. И мы их вставим. Так, что тут, дробовик, гранатомет. А, ну вот нам эти артиллерические мины не нужны, подойдет гранатомет. Так, чтоб не засирать свой ящик, я, наверное, еще их тоже хранить положу. Так, ну что, пойдем. Я надеюсь, не Мизиса мы этого завалили, и он опять не появится. Ну, на всякий случай, я думаю, лучше... Лучше сразу достать базуку. Такое жуткое место. О, давай, привет, красавчики. Как вам такое? С базукой играть вообще одно удовольствие. Так, мы на улице. Этот уебок еще жив. Нужно уходить.
Да спаситесь от существа. Опять, блядь. Сколько можно бегать от этого Немезиса, блядь? Он сейчас опять появится, блядь. Так неожиданно. Блядь, красную траву я не собираю. Бесполезная вещь. Ну, может быть, она и полезная, но я пока в ней не разобрался. Если... Сука, вон он, блядь. Упал в воду, сейчас вылезет, блядь. Гад, даже плавать не умеет. Карлос, прием. Да, это я. Ничего не вышло. Произошла авария. Авария? Все целы? Все мертвы. Михаил, вообще все. Вот, блядь. Николай бросил нас умирать. Что? Какого? Сука, да сколько мы будем от тебя бегать-то, а? Понятно, тут мы все просто бежим от него. Давай, давай, Джилл, быстрее. Блять, вот же страшное существо, а. А у меня была базука, я ее любил. И Немезиса мы сейчас быстро победим. Фу, сколько слюней у тебя, блять. Получай. Сука. Смотрите-ка, Джилл смелее стала, да? Карлос, ты еще там? Серьезно? Решил меня кинуть? Ну, пиздец. Ай, так, 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 так. Кто у нас тут? Ракеты эти. О, травка. Так, что у нас по травке? Я думаю, надо их пообъединять, чтобы не засирать место. Так, что, куда нам теперь дальше двигаться-то? Веди огонь, открыть только вот этот путь. Ты, у меня такое ощущение, какое-то он сейчас опять оживет. Блять! Как ты заебал уже, а? Так, ну хоть мы руку ему оторвали, блядь. А, нихуя себе не оторвали, блядь. Этот гад умеет все руки отращивать, блядь. Опа, а вот этот пидорас Николай. Забавно, ты оказал небольшую услугу, Джилл Валентайн. Ебучий Николай, них. Примерно полдня спустя. Джилл! Эй, очнись! Тайрелл, прием! Ну что там? Джилл заражена. Я несу ее в больницу. Может, Барт спасет ее. Хорошо, встретимся там. Держись, Супербоб. Я рядом. Чем она заражена-то? Немезидой, блядь?
29 сентября, 21:20, больница Спенсера Мемориал. Борис, Джилл. Я найду вакцину. Так, найдите вакцину. Сохраняемся. Так, ребят, я заканчиваю опять эту серию. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Будет много годного контента. Сегодня я запишу еще одну новую игру, которую я еще не играл. Не знаю, надеюсь, вам может понравиться, а может быть и нет. В любом случае, посмотрите, напишите в комментариях. Так, ну все, всем хороших праздничных выходных. Еще раз всех с Новым годом и пока.